Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как политические партии. А вернее, высказаться на эту тему. Политические партии и разные организации в Украине. Это без какого-либо прикрытие, это по большей части олигархические клановые структуры. А еще это структуры, которые заради власти верхушки готовы пожертвовать любым количеством людей и верить партиям, которые существуют в Украине, или политическим организациям, это заниматься самообманом и называть себя напрямую дураком. Конкретно, если ты веришь какой-то политической партии, ты себя обрекаешь на то, что ты сам себя называешь дураком, мягко сказать. И верить этим политическим организациям, политическим партиям, это просто себя не уважать. Это такое мое мнение. Вы посмотрите на эти партийные структуры. Любую партию возьмите. Там во главе люди, только приближенные к вожаку. А вы, даже если будете честный человек, вступите в эту партию, будете вкладывать в нее все силы свои, от материальных до действенных, вы никогда не пробьетесь вверх, потому что эти партии созданы олигархическо-клановой системой, под какого-то вождя, под какого-то бизнесмена. И верить партиям в Украине — это полная глупость. Считают, что и на выборах идти голосовать за какую-то партию — это мало того, что обманывать самого себя, это еще и давать возможность этим лидерам, партиям обворовывать и так нищую страну, обворовывать таких же сограждан, как и сами. И я считаю, что мы очень ошиблись, позволив убрать еще давным-давно графу «Я голосую против всех» или «Не поддерживаю ни одного кандидата». Эта графа может называться по-разному, но суть ее в том, что она нам позволяла безжертвенно, бескровно менять систему. А сейчас эти люди, которые позволили убрать эту графу, выходят и кричат: нужно изменить систему. А где механизм этой изменения этой системы? Может быть, новый Майдан, который опять приведет новых представителей олигархически-клановой этой системы? Считают, что позволив убрать графу с бюллетня «Я голосую против всех», мы сами себя обдурили. Мы сами себя позволили обдурить и обокрасть. И это все последствия того, что мы это сделали. И выборы 2019, выборы президента показали, что нам подсовывают людей, как будто не из системы. Хотя мы имели графу, которая легитимно и законно могла изменить эту систему и убрать с политической карты и политической жизни прошлых лидеров. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и дизлайки.